Арабских Эмиратах, в Дубае, отель Дельта Мариот. Сейчас я покажу, что у нас на завтрак. Good morning. Омлет, яичница. Молоко, сухофрукты. Ну вот, в принципе, и все, что у меня здесь на завтрак. Здесь свежевыжатые соки. 21.04. Двухкомнатный люкс. Большая гостиная. Отель-апартаменты. Своя кухня. Холодильник, газовая плита, индукционная плита, посудомойка, микроволновка, стиралка. Все есть, что необходимо для проживания. Покрытие ламинат или плитка. Непонятно. Гостевой санузел. Ванная комната. Есть биде, судя по... Ага, тут нету. Идем дальше. Первая спальная комната. Здесь две кровати, плазменный телевизор, кондиционер центральный. Есть коврики возле кровати, чтобы ноги не замерзали. Большая спальня, большая кровать здесь. И второй санузел, одна раковина. Здесь уже, видите, есть бизе. Ванная, душевых кабинок или практического душа здесь нету. Халаты, тапочки, все есть. Косметика. Вид с главной спальни на порт. Балкон. Вид на город. Балкон среднего размера, два кресла и столик. 2702, трехкомнатный люкс. Здесь есть еще комната для гостиной. И здесь у нас кухня. Даже не знаю, куда идти, слишком много поворотов. Сказали, что здесь еще есть комната для горничной. Это гостевой санузел. Первая спальня. Большая кровать. Как правило, есть гладильная доска, утюг. Сейф бесплатно, покрытие. Так же, как и в соседних, в предыдущем номере здесь. Да вот не могу понять, скорее всего плитка такая, но очень похожа на ламинат. Ванна. Так. Это у нас кухня. Холодильник, газовая, индукционная плита, не газовая. Стиральная машина, свой бойлер для горячей воды. Это, видимо, вот для горничной спальня, и у нее свой санузел. И вот еще одна, это третья комната,
Здесь ванная комната своя. Соответственно, туалет. Все комнаты закрываются дверями. Две кровати, плазменный телевизор, LCD-телевизор, кондиционер, свой шкаф, сейф. Пожалуйста. И третья спальня. Все нормально, вижу, да, все нормально. Нет, конечно. А мне чуть самое главное, не забыл снять, это балкон. И здесь боковой вид на залив. Песчаный вход. Сразу начинается глубина. В принципе, я вам все показал по данному отелю. Если вам нравится видео или вы хотите в этот отель, пишите, пожалуйста. Мои контакты есть на YouTube. Я буду рад организовать ваш отдых в данный отель. Ну а также, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Я вам буду за это очень признателен и благодарен. Спасибо.